Чемоданы собраны, сценарий выучен. Ульяновские студенты отправились в Пермь на Всероссийскую студенческую весну. Проводить ребят пришли родители, друзья и официальные лица. На фестиваль от Ульяновской области отправились 53 человека, победители регионального этапа. Самое главное то, что у нас наша делегация сформирована практически из всех вузов, представленных на территории Ульяновской области. И действительно у нас есть хорошие шансы побороться там за призовые места. Студенты будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям. И в каждом участвуют наши ребята. Ульяновская команда будет выступать с программой педагогического университета, которая приурочена году педагога-наставника. Студенческая весна – это отличная возможность завести новое знакомство, получить новый опыт и показать себя. Когда происходит общение, это, естественно, большое обогащение. Просто из того же самого обмена опытом, просто когда ты смотришь другое, это называется насмотренность. Просто у тебя появляется новая идея. На фестиваль отправились как опытные участники, так и дебютанты. Некоторые из них еще первокурсники, но уже хорошо зарекомендовали себя в творческой деятельности. На подобные мероприятия, подобного уровня еду в первый раз. В принципе, ожидаю очень много позитивных эмоций, каких-то новых ощущений и интересных каких-нибудь моментов. Финал 31-й российской студенческой весны пройдет в Перми с 26 по 31 мая. Болеем за наших ребят. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.